Пойдем. На камеру-то надо красиво подать. О, дойдем. Я. Бери. Так, там. А, не так, Никита, блин. Никита. Вверх. Ну, Никита. Ну, Никита, двойня. Ты ж побежал. Че я побежал? Ну, второй. Ты должен его сюда подкинуть. Да. Старайся. И ты видишь, что мы... Я не перекидываю его никогда. Давай второй. Говорят, не перекидывай никогда туда. Ты покил будешь легко. Я покил. Веня! Знаешь? Молодец. Ты так раз раскатываешь. Счет какой-то. Давай. Ну, смотри. О, беги, беги. И вы не можете себя сбить. А где мяч, да? Он улетел туда. Ну, я с вами хочу. Я не знаю, где мяч, ребят. Дальше. Вон, через тобой. Меня расколбасило. Кто снайпер? Я снайпер. Стой! Меня. Стой! Ух, красава! Наконец-то. Давай. Илья, ты мешаешься. Илюха, уходи. Меня, давай красиво. Давай красиво. Мне надо было просто бить. Ты же еще вторая камера. Сразу к ракурсу, знаешь? Профессиональные съемки. Нет, 31 камера стоит. Скоро трансляция будет. Никита! Перекидывай ты! Перекидывай! Ой, серьезно! Нормально. Давай тиром. Это был я пошел. Подбегай, а то прям под мяч. А что, плохо? А, у меня трясутся руки. Держи. Такую площадку-то себе сделали хорошую. Хорошую площадку. Надо середину подойти оттуда. Блин, я не могу лево пить. Вот сюда вот. Вот девочка стоит. К Вере, встань туда. Вот отсюда, по-моему, удобнее. Какая идея была? Я почти подал, ребят. Ребята, я почти подал. Идется прямая трансляция. Какой переход? Переход. Чемпионат я потерял. Чемпионат мира. Какие команды? Да, чемпионат теряешь. Команда ЛДПР против неудачи. Аут. Команда ЛДПР против неудачи. Я судьей. Побеждает неудачник. Ему подает. Наш. Счет какой главный? Давай счет говори. Давай заново. Ноль-ноль, поехали. В смысле вот сейчас? До 25 играем. Веня. О, играй. Перекинул. Ого. Второй мяч, по-моему, я вообще собраться буду, да? Я так, за руками. Один-ноль. Я руками перекинул. Пользу Веня. Это бесполезно. На. На, сразу. У вас тоже разблокпашка играть нормально. Ой, нормально.
Нормально? Линия? 2-0. 2-0. Пользу Вене. Уже уверен. Потому что я... Команда Вене. Да, пользу Вене. Потому что я один тут. О, смотри, какие люди тут. О! Лучше подавать. Нови на лучше, конечно. Кто? Свист или лист? Почему я? Привет! Так, Исаак подавал. Нам подкрепление! Давай подальше. Хочу дать. Как и подавал. Так, на Серёгу подай. Еще один ЛДПР идет. Понятно. Вот так получится. Понятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ефим, к нам. Мы проигрываем. Вас их трое. Мы проигрываем. Да, да. Слез. Я прям знал, мы его подаю. Проигрываем. Илюша, какой счет? 15. Сколько? Люк, я по полю не ходит. Иди-ка с той стороны вот так вокруг обойди, чтобы лагерь был виден на поле. 4-0, 8-0. Знаешь, давай быстрее. О, овощ съел. Да, уйди. О, хоть раз нормально выиграть. Ноги, подай с ноги. О, спасибо, можно с ноги, а? Попробуй левой рукой. Да не могу, я пробовал. Ногой! Давайте с ноги. Давай. А что нет? Да нельзя. Давай левой. Левой рукой. Вот так, кулаком. Да левой рукой. Вот так и бьешь. О, Никита. Никита, Никита. Ты не видишь, что он не вал. Сейчас будет готов всегда. Она инвалиду то подала. А ты. Ну, ладно, ты. Ну сейчас укороченная пора. Планер. Никита. Никита, Никита, вверх. Еще. Молодцы. Нет, я плохо. Круто, вот это плохо, Пашка. Заточили, вот это вот нормально игра, вот это нормально, мне нравится. Так. Так. Давайте на следующий раз подкинем. Я вместе еще попробую дать. Наш! Молодец! Хорош! Найс. Опять наш! Бей! Никита, Никита, давай! Пойдет так! Серега, что-то перекидывай свиста! Пожалуйста, за три! Подобейте, начали так! Давай позади, сзади, давай! Хорошо! Так, сзади плохо, кто впереди, вот очень пойдет! Лиз! Кто вперед подбегает, бить или накидывает? Сзади никого, а он откинет и все! Я, бери! Никита, давай! Я взял. Я мог. Слёма, ты мог. Отсюда я мог. Не знаю. Ты что-то не стоишь. Давай вон туда. Давай так. Рядом. Давай, Сай, я иду. Я уже говорил об этом в воскресенье, но вы не расслышали, видно. Вы не думаете, что это безобидная штука. Вот на Украине надел мальчишка, ленточкой георгиевской, колорадский жук, 6-летний ребенок. За ним погнались и прямо возле дома догнали и убили. Кто?
Это партия. Знаешь, как переводится, нет? Лучшие дни прожил Рохлей. Рохлей, это что такое? Валялся. Лучшие дни прожил Рохлей. Мы в одну библиотеку приехали, а у них кто-то приехал из этой организации и что-то там им дал, еще они не могут сказать. Они их там растеребили, Единая Россия. Пришли, увольнение с работы и все. Это политическая акция. И мы советовали как? Виктор Николаевич вот здесь взял, наклеил. Можно закрасить, а майку вывернуть, там ничего не прочитаешь. Мы вас предупредили, вы знаете, что это реклама. Реклама политической партии, которая, ну, не поддерживает ту партию, которая у власти. Благодаря которой, вот сейчас путинская партия Единая Россия установился мир в Чечне и другое. Вы просто для себя имеете в виду. Это не просто игра. Ну, наоборот, вот так вот, как вот он надел поясок и все. Лучшие дни прожил Рохлей. Играйте хорошо, молодцы. Серег, переверни как-то. Все, не дают тебе играть? Ну вот тебе, да, мы что сделаем? Жалко, конечно, что Илюху-то не берут. Ладно, спасибо, Вень, спасибо. Ну, умничай. Мячик в ауте делать не спал. Ты не тащишь. Если бы тащил, можно было брать. Почему? Я тащу, я тащу. Тащу? Лучше они прожил Рохман. Отмени его имя, тащи. Так что все. А что такое Рохля? Да, да словарь посмотри, Рохля, то есть из рук все валится. Ну я поймал бы задними руками. Видал? Ах ты. Ну что, пошли, все. Ты там заснял? Все, выбивай.